Чай продукт Борошно Доброкрай. Борошно нашого краю для ваших добрих страв. Спонсор програми Кухні Бум. Любиш борщ та дируни? Купи кухню для жени. Ісла – фабрика свіжої кави. Вітаю вас в ефірі зіркове кулінарне шоу «Смачного». Сьогодні до нас завітали талановиті чоловіки. Це продюсер музичного проєкту «Кращі композиції Віа Лєся Пєсня», заслужений діяч естрадного мистецтва України Геннадій Федосов та музичний керівник гурту Дмитро Расін. Я вітаю вас. Мені приємно, що ви завітали до нашого кулінарного шоу. Розкажіть, що ми сьогодні будемо готувати та які інгредієнти нам для цього знадобляться? Ну, мы решили, прежде чем рассказать, что мы будем готовить, мы расскажем вам, каким образом мы нашим коллективом собираемся на вот такие вот дни, когда можем позволить себе отдохнуть и, конечно же, побаловать себя явствами. Это обычно начинается почти с самого утра. Наши встречи, то есть мы встречаемся не только вкусно поесть, но вместе приготовить, что-то сделать такое, что нас объединяет еще больше, чем музыка, конечно же, еда. То есть это певная такая идеология? Конечно. Конечно, у нас везде идеология просматривается. Что нам знадобиться для этого? Ну, Дима будет заниматься мясом, это блюдо называется... Шпондер. Шпондер. Такая цікава назва довольно. Да. Недалеко от классического. Вот. Ну, а я в процессе шпандирования мяса буду готовить всякие разные вещи и рассказывать, собственно, как это все происходит. Яблочко у нас на столе сегодня, так? Морква. Далее, рассказывай там. Яблочки, морковь и свекла. Это под фреш, тройчатка, так называемый. Очень жесткий. Значит, это ингредиенты под соус. Картофель и грибы, понятно, это гриль-продукты для гриля хорошего. Яйца – это для микса. Ну, собственно говоря, вода для питья. От з таким гарним настроєм, який ви зараз сьогодні нам запропонували, я пропоную готувати сьогоднішню страву з цих чудових інгредієнтів, які ви щойно побачили. Ісла. Прежде чем начать подготовку к выходному ланчу, конечно же, надо выпить. И, конечно же, за здоровье. И что может быть лучше, если не стакан воды? Именно за здоровье. Поэтому предлагаю выпить. Я вам пропоную три такі чудові стаканчики, так? Ви чоловік, воду ви в нас будете розливати сьогодні. Чудесно. От розкажіть мені, будь ласка, колектив. Віа Лєся, пісня «Кращі хіти». Як взагалі виникла думка, що треба його відродити? Ну, розрішіть, все одно все-таки начать з головного. Без випівки розмова не клеїться. За здоров'я. За здоров'я, я думаю, у нас складеться сьогодні чудова з вами розмова, так? Безусловно. Будьте здорові. Так, ну, після тосту давайте приступимо до готовки м'яса. Этим займеться у нас... Спасибо, Дмитрий. Дорогой. Настоящий друг. Да, пожалуйста. Все, осваивай. Что мы будем делать сейчас с мясом? Ну, кусочек большой надо его, наверное, на две части разрезать. Да, разделить. Угу. Положить в сковородочку немножечко водички, чтобы оно чуть-чуть пропарилось. Что касается это культура. Она была очень модная. Мода на Виа прошла. Начали совершенствоваться способы подачи музыки. Если кто помнит, то в начале 90-х, да, в конце 80-х начали появляться электронные, скажем, музыкальные, звуковые инструменты. Всячески многие музыканты в это время потеряли работу, потому что перестала быть надобность тому. Водички можно горячей? Звісно, я вам зараз да, її передам. Помогите, поки у вас така мила бесіда, я все-таки щось попытаюсь з цим безобразием зробити. В принципе, развиваться и нам тоже было интересно после того, как Виа, скажем так, начинала себя исчерпывать. Мы, кто мог, кто имел возможность, перешли в новую культуру, в электронную, начали осваивать новые инструменты, новые технологии.
И, в принципе, у нас это получалось, все было нормально, мы долгое время этим занимались. Но пришло время, когда мы увидели, что эта культура, она затянула больше технологов, инженеров, а уже не надо было быть музыкантом. Да, творчество, творчество есть, конечно, в этом, но на какое-то электронное. Такое стандартизованное. Оно, да, да, оно, то есть это технология. Вот. А как вид искусства, конечно, музыку уже нельзя ничем заменить, живых музыкантов. То есть пришло время опомниться и осознать, что живая музыка – это же, конечно, живое сердце и живое общение. Мясо засунуто в сковородку, и, в принципе, можно приступать к приготовлению соуса, с удовольствием займется Дмитрий. Геннадій так скерував трошки наші процеси. Ну, я же руководитель, це моя професія. Розкажіть, будь ласка, що входить до соусу нашого сьогоднішнього? Три інгредієнти. Три інгредієнти. Мед, горчиця, желательно остра, і приправа для м'яса. Ну, кожен... Ну, хто що любить. Так, хто що любить, то есть, не будемо удощать. Это ми все смішуємо. Ну, можемо це робити зараз? Так, я зараз попытаюсь це все зробити. Чому аж три роки ви шукали тих, хто стане... Понимаете, на самом деле, это не три года, это процесс, который длился последние лет 8, скажем так. И прецедент у нас был очень хороший, потому что я, скажем так, 10 лет назад познакомился с прекрасным музыкантом Владимир Преображенский, это солист ВИА «Синяя птица». Вот, и мы начали сотрудничать очень тесно. Я представлял его интересы на территории Украины как продюсер, как менеджер по турорганизации. Вот. И как бы мы поняли, что это развивается, что это людям нужно, что это интересно. И что... Творча команда «Тавр Медіа» мала до цього якесь відношення? Ну вот как раз это, да, это как раз было в контексте... творческой корпорации «Тавр», генеральным директором, которой я являюсь. Вот, поэтому как бы процесс уже пошел 8 лет назад, он уже был запущен как продюсерский проект. Для нас, для нашей компании, как продюсерский проект. Поэтому прецедент уже как бы был. Чем мала эта группа принципово відрізнятися від минулої? Ну, скажем так... «Леся песня» – это существует этот проект. Он существует в Москве. Есть Саша Филаткин, который руководит и, в принципе, имеет право на бренд называться «Леся песня». Поэтому нам пришлось несколько лавировать. «Леся песня» – «Made in Ukraine», вот, чтобы не пересекаться. Мы, на самом деле, находимся в хороших взаимоотношениях. А расскажите, кто сейчас є обличчям гурту? Кто входит до склада? Ну, начну с ближнего. Дмитрий – это музыкальный руководитель, клавишник. Певец, композитор. Скажи, что мы с тобой большие друзья, на самом деле. Безусловно, в коллективе мы все большие друзья. Вот. Ну, Дима является как бы руководителем и одним из лидирующих вокалистов. Кстати, я думаю, к чести сказать, что все певучие. Мы специально подбирали, все члены коллектива поют, и это все в концертной программе существует. Вот, далее. Вася Левушкин, гитарист, прекрасный молодой гитарист, очень талантливый. Он немножко помоложе всех нас, но нас устроила именно его, скажем, его техническая подготовка и, ну, и остальные качества, которые нам требовалось для того, чтобы исполнять то, что мы исполняем. Золотой голос проекта Володя Ковлев, прекрасный певец, очень форматный. Это человек, без которого... Не знаю, насколько ярко можно было бы показать культуру ВИА. То есть он является типичным представителем этой культуры. Ваш покорный слуга далее по списку проходит. Ну и бас-гитарист Володя Ларин. Прекрасный музыкант, теоретик. Человек, который знает музыку, ну скажем так, на 5 с плюсом. И мы во многом отталкиваемся на его советы, рекомендации, а также на его... знания этой культуры. Ну и, конечно же, душа нашего коллектива, самая большая душа, это ударные инструменты. Андрюша Петренко, прекрасный музыкант, прекрасный человек, душа действительно нашего коллектива. Даже перед концертом он умудряется рассказать какой-нибудь анекдот, что позволяет нам с улыбками выходить на сцену, несмотря на боли в пояснице и прочие недостатки, издержки, скажем.
Вот это все уходит. На самом деле, когда выходишь на сцену, все это уходит. А вот этот дружный коллектив, который я назвал, собственно говоря, является основой. Ну, также существует у нас менеджмент, техническая дирекция там и прочее. Нас много, нас больше 10 человек. Ладно, Геночка, ну, я уже соус приготовил. Прекрасно, вы справились. Мясо уже дошло до нужной стадии, и сейчас Марго мне поможет с ним. Я расскажу, что с этим безобразием делать совсем. Что мне потребно будет сделать? Сейчас я покажу. То есть нужно будет порезать этот кусочек. Ага. Вот, по ребрышкам, потому что нужно будет каждый из них в отдельность. Ну, оно горячее? Плоско. Да, оно горячее, пускай оно горячее. Вилка лучше. Чуть-чуть остынет, да. Да, я могу пока свою вилку вам дать. По ребрышкам это все дело порезать. А я пока, с вашего позволения, буду параллельно готовить яичный микс. Это перепелиные яйца. Для чего он потребен? Ну, пока это секрет. Вообще, вообще всегда полезно, скажем, с утра, после стакана воды, который мы выпили за здоровье, конечно же, потребить вот яичный микс, который, скажем так, смазывает организм, готовит его к дальнейшему приему дальнейшей пищи. Тем более, что следующий прием, который я вам предлагаю, он, конечно, требует вот такой определенной смазки. У вас такая, ну, довольно складна с моральной точки зрения профессия. Вы и творча людина, вы и керівник. Чи завжди ви бачили себе на такому місці? От якби не творчість, якби не музика, тоді що? Я б, мабуть, був генералом. Ну, от музики. Знаєте, у дечому схоже, але дуже несподівано. Смотрите, а чому не схоже? А ви? Ой, я взагалі не представляю себе. Я займаюся музикою з 4 лет. Последние почти 50 лет я цим займаюся. Я взагалі не представляю себе в другой іпостасі. Никак. Ні, я ще... Наверное, был бы неплохим воспитателем. Я очень люблю детей, как-то, ну, у меня так не совсем в жизни с этим хорошо получается. Вот, ну, опять же, профессия наложила свой след, да. То есть у меня есть дети, но я крайне редко с ними вижусь, потому что, ну, живем в разных городах. Там. Ну, це складні жизнь такая, моменти, да, які потрібно переживати. Я вот, чим старше становлюсь, тим більше я що допомагає вам переживати, от, приміром, такі складні моменти? З чого ви берете, ну, не те, що натхнення, але силу, щоб жити, силу, щоб творити і силу, щоб віддавати енергію? Бо концерти – це енергія, це віддача. Так, це дуже енергетично ємке підприємство. Да, виходиш з концерту, стоїш на концерті, улыбаєшся, все прям світишся, виходиш. І іноді буває... Корреспондент берут интервью сразу со сцены. И вот нужно там 5-7 минут просто прийти, понять, вообще где ты находишься, потому что вообще ничего не существует. Такое сравнимо с опьянением. Да, очень часто. Очень такое состояние. И сколько просим, девочки, подождите, там, или мальчики, там, мы сейчас придем в себя, и тогда через 10-15 минут мы пришли, скинули концертный костюм, как говорится, улыбку поменяли и все, вышли нормально. А в обычном жизни еще вам дозволяет завжди залишатися у формы моральной? Дело в том, что вот я не понимаю людей, которые говорят, вот у меня депрессия. У меня в жизни такого не было. У меня было много в жизни всяких ситуаций, там я воевал, там, ну... Вы счастливая людина, я вам хочу сказать. Да, то есть у меня много нюансов, у меня много друзей на кладбищах, там, хоронил родных, ну... Я ко всему отношусь философски. Я, ну, я могу там 12 секунд поскучать, и потом все. И... А ваш, Геннадий, рецепт гарного настрою? Да самое главное – это общение. Да? Если есть общение, есть близкие правильные люди, если люди. Есть так, все. Дело… Что такое депрессия? Депрессия – это, мне кажется, скажем, одна из составляющих пустоты. То есть, если человек что-то опустошило в жизни, это, безусловно, на него начинает, на этот вакуум начинает что-то налетать, что-то давить, да? Потому что если ты крепкий и здоров, на тебя как не давит, ты крепок и здоров. Если ты превращаешься в что-то, что напоминает пустоту, то тебя это начинает превращать в какой-то блин. Ну, мы вот заполнили зараз цю пустку, так. Своими крепкими руками нарізали м'ясо, да, ви да. Майже вже підготували перепелині яйця для якогось сюрпризу, про який да. Ви нам ще не розказали. Наверное, да. Далі що ми будемо робити? А далее мне нужна сковородочка чистая. Дальше мы будем мясо обмакивать в соус и обжаривать на сковороде. Вот
отже, продовжуємо готувати наш ланч вихідного дня. Ми вже нарізали м'ясо, вже готовий у нас маринад. Зараз ми м'ясо будемо обвалювати у маринаді і жарити на сковорідці, так, на нашій, так? Так. Давайте до цього приступимо, я вам передам от свою роботу. А Геннадій тим часом мені вже готовий розповісти про секрет, який він так ретельно та старанно готував. Только сначала один нюанс. Вот, ага. Если можно взять это крупным планом, то вот очевидно то, что сначала мы протушили немножко, да, сверху вот появилась каемочка протушена, а внутри мясо осталось немножко сырое. Оно будет потом приобретать совершенно другой вкус, это совершенно другой, как говорится, саунд. Какой цікавий рецепт. Да, что вот так. Так, так, для чего нам потрібні ось ці, я вже, звісно, так, трошки здогадуюсь. А, это все випивається, випивається. Тобто це також такий певний ритуал цього ланчу вихідного дня у вашому колективі. Ви збираєтесь, ви відзначаєте якісь свята. Як це у вас проходить? А, ну, взагалі-то, в основному свята у нас проходять в роботі. Праздник у нас кожен день. Тому що, коли здесь все наоборот, музиканти працюють тоді, коли всі відпочивають, і наоборот. Тому для нас свято це може бути понеділок. Это день называется. А может быть и вівторок, так? Совершенно, да. Это не имеет значения. Вообще, все зависит, безусловно, от настроения. Не привязываемся никаким праздником или выходным. Просто бывает настроение хорошее. В частности, это было совершенно вот на днях. Мы решили стихийно в течение дня. Мы просто собрались действительно все пообедать. Знаю, что вы пригласите нас на обед. Мы взяли скажем, проиграли эту ситуацию, пробовали, да. Очень, я мне так понравилось, что я уже с нетерпением жду, когда Дима закончит эту процедуру. Ну, вы знаете, что нас, на нас чекает. Чему только две порции? Дима у нас не, Дима у нас не пьет яйца. У меня печень, к сожалению, не воспринимает это. А, вы взагалі не вживаете яйца? Яйца, да, вообще нет. Ни в якому выгляде. Ни в каком виде. Такая цікавинка у нас сегодня открывается. Поэтому он будет и лишен следующего блюда, это фреш. Ну, давайте. Зробимо це з вами. Будьте здорові. Ой, я, якщо чесно, перший раз от для вас на кухні смачного я куштую такі перепалені яйця, взбиті, сирі. Ну, достойна жертва. Дякую вам. Спасибо. Отже, доки наше м'ясо доходить до готовності 40 хвилин, ми почнемо готувати морс. Фреш. Фреш. Что для этого потребно? Есть. Для этого я вас попрошу помочь мне подготовить яблочки. Да. Ага. Дима поможет, ага, мне, возьмет на себя морковь. Ну, а я самое сложное – это чистить свеклу. А тем часом вы мне расскажите, будь ласка, за что и кому вы хотите сказать «дякую» по вашому життю? Тому що, ну от ви багато казали про символізм, ви багато казали про творчість, про душу. Дійсно, мабуть, є ті люди. Коли я смотрю ці ханжинські виступлення голівудських зірок, коли вони дякують батькам, спасибо мамі, спасибо папі, папі, да, мир во всем мире. Да, мир во всем мире. Господи, как хорошо, что ты с нами. Конечно, нельзя все делать. Конечно, если не быть циничным, то, безусловно, я верующий человек, я христианин, поэтому я всегда благодарю Бога за все, что со мной происходит, потому что, как сказано в Библии, верующему все во благо, и за хорошее, и за плохое. На плохих случаях мы учимся, хорошее помогает нам подвести черту, идти дальше, развиваться. А вы, Дмитро, кому хочется сказать спасибо? Да я вообще жизни благодарен, что мне везет всю жизнь, честно. Всю жизнь мне попадаются хорошие, умные люди, с которыми я иду по жизни уже на протяжении многих десятилетий. У меня нет случайных людей в моем окружении. И у нас появляются, конечно, и новые знакомые. И, ну, все, ну, все объединены одной идеей, скажем так. Мы любим жизнь, мы любим то, что мы делаем, мы любим своих детей, мы любим своих родителей. То есть поделитесь все, с нами. Все пропитано любовью. Поделитесь с нами. Вот, коли ви розпочали свою кар'єру, коли ви робили перші кроки, от у вас було якесь враження, якісь сподівання, що ви хочете отримати? Наскільки за цей довгий шлях
вы изменились внутренне? Вот раскрытесь трешки перед нами. Ничего, конечно, не может так двигать мужчина, как женщина, да? Да. Поэтому первые аккорды, первые струны, это же, конечно, желание. Понравится девочкам на танцах. Понравится девчонкам на танцах, во дворе. Подобались? Конечно. Ну, это я сейчас такой был, да, был. Ну, вы и зараз по стране, знаете. По стране. Вот, параллельно шло, конечно, и другое увлечение, это спорт. Я очень серьезно занимался плаванием, потом морским пятиборьем. Я мастер спорта по плаванию. У меня были хорошие достижения, член сборной Украины был в своем возрасте. Так что, и все это женщины было для вас, конечно же. Вот, сейчас, учитывая физические способности, данные, мы включаем некие другие рычаги. Вот, не Джерела, всегда, ресурсы. Не всегда, да, ресурсы, не всегда они, скажем так, ну, расковарные бывают, ну, не без этого, да, приходится что-то включать. Ну, а, конечно, а все, понимаете, как, жизнь так складывается с простых и обыкновенных вещей, если ты понимаешь, что у тебя что-то получается, ты начинаешь к этому, ну, скажем так, уже в какой-то степени привыкать, тебе становится, то есть все по интересам. Для меня музыка была интересна, потому что в моей семье пели все, всегда, мои сестры старшие, мои родители, когда мы уезжали к тетушке в село, это было пение, скажем, мы дети на сеновале, а родители за столом, и это вечерами, звездными летними вечерами, прекрасно, я это помню на всю свою жизнь. Нам еще помнят это вы, да. Не, у нас тоже были, ну, я городской житель, я, у меня как-то не сложилось, у меня ни бабушки, ни дедушки никогда не было в деревне. Мы собирались раньше, были вот эти старые еврейские дворики, в котором я провел свое детство. Это там 4 двухэтажных домика, там буквально 10 семей жило. Мы жили одной большой дружной семьей. Летом это вообще каждый вечер собирались. Взрослые дети, причем у нас не было этих разделений, мы садились все за один стол, там кушали, потом пели. Я папа хорошо играл на аккордеоне, у меня до сих пор его аккордеон, как память о нем. И вот, наверное, ну, в музыкальную школу, говорю, я пошел в 5 лет, я очень просился, у меня старшая сестра, и как-то там договорились в музыкальной школе. То есть я не умею писать, я пошел в музыкальную школу, я начал писать именно в школе музыкальной. И вот любовь именно к пению, именно к коллективу, когда поешь и слышишь, как люди поют рядом с тобой, и чувствуешь себя в нужном месте, и ощущаешь всех людей. Это певна гармония. Да, да. Злиття. И я, когда у меня пошел выбор со временем уже получения образования, я пошел именно на хоровое дирижирование, потому что это именно то, что вот я с детства впитал, то есть мне это всегда нравилось. У нас вообще с Димкой очень похожие судьбы. Мы с ним свои истории прикидывали, и вот с разницей в 5, 7, 10 лет мы, собственно говоря, одними тропами ходим, одними тропами, там, синхронно. И вот то, что он говорит, я же слушаю вот уже внимательно, в принципе, те же, у него еврейский дворик, у меня сельский дворик. Собственно, то же самое, те же, те же, та же самая история, история жизни. В принципе, наверное, это нас объединило, потому что мы чувствительны друг к другу. И, кстати, интересный такой вариант, когда мы готовили программу, мы очень серьезно задумывались о драматургии концерта, о последовательности нашего репертуара. Это очень сложный процесс, подборка и его отстройка. И вот занимались Дима отдельно, я отдельно. Потом, когда мы сравнили нашу, скажем, уже готовую нашей концепции, то у нас не было вообще ни одного расхождения, даже аж ни одного. Ну, прекрасно, коли така гармонія. Давайте перейдемо до гармонії на нашій кухні. Ми підготували наші овочі. А зараз ми магічним чином приготуємо наш фреш. Фреш готов. Потреблению. Такий він красивий у нас вийшов. А готовы ли потребляющие? А как потребление? Же? Ми готові. Транспортного цеха. Розкажіть, будь ласка, нам, яка реакція публіки от на ваші теперішні концерти? Концерти проходять, безусловно, на большому підйомі, на позитиві. Мы задаем такой тон после концерта, конечно, слова благодарности очень приятные. Непременно
концерт заканчивается тем, что на всех, без исключения. Почему так? Мы, честно говоря, сами для себя считаем, что это феномен. Но на последней песне у нас люди стоя поднимаются, зал и стоя нам аплодируют. Да. Одну, а бывает и по две последние песни. Вот такая вот реакция зала. Среди обычаев прекрасных не вспомнить хочется один. Он символ верности и счастья от юных лет и до седин. Непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо, обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. Непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо, обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. Пускай за годом год мелькает, пусть дождь и снег летят лицом. Пусть не тускнеет, а сверкает судьбой даренное кольцо. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат взволнованно сердца. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца. Мы разлили, приготовили наш морс. Дим, ну это фреш. Третий, да. Фреш. За женщин. Я вам дуже дякую. Думаю, фреш буде смачним. Дійсно, він смачний. Я дякую вам за нього. Глядачі кажуть вам дякую за вашу творчість. І сьогодні ми маємо таку згоду поринути у вашу музику, послухати. Я пропоную зіграти все ж таки нам сьогодні. З большим удовольствием. Всей земле кочуем, на погоду не глядим, где придется заночуем, что придется поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг, свежеструженные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем, и фургончик поле чистом, это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятны и просты, мы шевцы, музыканты, акробаты и шуты.
Я дякую вам, що ви подарували сьогодні вашу творчість, вашу музику. Спасибо. А зараз ми переходимо до наступного етапу приготування нашого сніданку вихідного дня від зірок сьогоднішніх. Маргарита, вам поручається викласти на противень гриби, но прежде противень следует смазать маслом. Я зрозуміла. Подсолнечным растительным. А ви що будете робити? А ми з Дмитрієм будемо половинить картошку. І також її викладати на теко, так? Да, тільки теж нужно маслечко, воно поможе, да? Я вам допоможу. Розкажіть мені, будь ласка, як ви заохочуєте більш молоду аудиторію до прослуховування саме ваших пісень, вашого колективу? Ну, собственно, не приходится как бы особо стараться по одной простой причине, что на наши концерты приходит много молодежи, для нас это тоже было приятной неожиданностью. Да, в начале как бы нашей вот этого захода на творчество. А еще больше нравится, когда молодежь подпевает нам, многие песни знают. Ну, это вечная песня, их не надо. Если пели их родители, то наверняка слышали где-то. Нам же семьями ходят, очень много. Дети ходят с семьями. Сколько уже? Ну, вот я вам сегодня приходили, фотографируются с нами, да. Приходят, фотографируются. Вот это вот мои дети, а вот это наши внуки. А расскажите, будь ласка, можливо, якийсь курьезный випадок у вас був? Пригадати с такого, знаете, с нового, с новенького. У нас их очень много, но они... Можно я один? Мы выезжаем в Лубны. И нас, менеджеры, которые нас встречают, концертные, поселили, были проблемы с поселением, и мы, основная часть коллектива, поселились в квартире. А так как мы привыкли уважать друг друга, друг за другом, скажем так, заботиться друг о друге, да, то ну, много чего, знаете, то есть никто не спрашивает и не заставляет кого-то мусор вынести там и так далее. Вот, и... Самое и я вспоминаю Володя, да, Володя Ковлев. Наш, Ковлев, наш вокалист, утром просыпается, я сижу на кухне, пью кофе с утренней, и он так многозначительно берет мусорный пакет, говорит, пойду-ка отнесу-ка. Я говорю, это что, такое имя у тебя новое? Сценический псевдоним. И мы очень много шутили, называя его «Пойду-ка отнесу-ка». Прижилось это таким дезином, так? Да. Ну, вы знаете, конечно же, нет. Мы взрослые ребята, конечно. И такие мелкие дразнилки, они уже как бы не по нам. Скажите, а есть какие-то у вас прозвиська такие, возможно, якими вы называете один одного? Можливо, по заочи, а можливо, и так? Нет, у нас есть такое... Я не помню, где мы были на гастролях, идем по городу, и откуда-то из окна, там были общежития, такое или малосемеечка какая-то, играл из трех мушкетеров. Пора, порадуемся. И мы идем вчетвером. И, соответственно, начали какие-то ассоциации. Ну, вот у нас барабанщик, он стал Портосом, естественно, по объему. Как бы. Да. Значит, Вова наш, Ковлев, вокалист, он Д'Артаньян, лицо коллектива. Кожен заняв свою роль. Да, значит, второй Владимир, наш бас-гитарист, он реально философ, он там очень много книжек читает, и нас просвещает, да. Он стал Атосом, из меня сделали Арамиса. В общем, все очень совпало, на самом деле, по сценарию, которым снимался господин Боярский и прочие великолепные артисты, это очень похоже. Вам олійка потрібна, будь ласка. Побризгать? Так лучше кисточки, наверное. Трошки зараз збризнемо олією. І духовка в нас вже розігріта. До якої температури потрібно не більше, ніж... 200 градусів. 180-200. І зараз ми відправляємо наші теки до духовочки. Так, відправляємо. Давайте. Ми зараз зачекаємо, доки наші овочі приготуються, і будемо приступати до сервірування. Ісла.
Я дякую вам, Геннадію, та вам, Дмитро, що сьогодні готували разом зі мною на кухні нашого зіркового кулінарного шоу. Спасибо вам за допомогу і підтримку. І, можливо, якісь побажання для наших глядачів? Нашим зрителям, нашим слушателям желаем побольше хороших положительных эмоций, конечно же, приятного аппетита вместе с Лися песней и хранит нас всех Господь. Любви, удачи, успеха всем, побольше улыбок, хорошего настроения. Всегда с вами Лися песня. Вже за традицією для нашого кулінарного шоу я пропоную сказати нашим телеглядачам смачного. Смачного. Фруктово-овочевий мікс. Для нього яблука, буряк та моркву почистіть та вичавте сік, перемішайте та пийте. Для приготування головної страви сімейного обіду грудинку приваріть з обох боків по 15 хвилин. Потім наріжте її шматками та обваляйте у суміші меду, гірчиці та спеції для м'яса. Обсмажте шматочки грудинки на пательні, потім залийте укропом та посоліть. Тушкуйте під кришкою до готовності грудинки. На гарнір запечіть у духовці гриби та картоплю із сіллю та рослинною олією. Бум! Унікальна пропозиція. До кожної кухні будь-які меблі або техніка аж на 30% від вартості кухні у подарунок. Салон «Кухні Бум». Перший поверх торгового центру «Первий мебільний». Від вокзалу «Запоріжжя Перше» в напрямку дитячої залізниці. І зараз магічним чином з вами його приготуємо, а потім скоро... А потім вип'ємо його. Блін. А зараз ми магічним чином приготуємо наш... Кого? Фреш. Господи, я все время морс хочу сказати. Я поняла. Это время звучит. Бам. Как там плавочка, Дима? Сталь варится? На просторах твоих. Бам. Минуточку. Минуточку. Ісла. Фабрика свіжої кави. Спонсор програми «Кухні Бум». Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени. Національний продукт «Борошно Доброкрай». Борошно нашого краю для ваших добрих страв.